друзья. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Мы едем сегодня в ГАХ. На поезде. Скажи, первый раз. Я в первый раз в жизни еду на поезде. И как семья первый раз едем, и Виктория первый раз едет в жизни. Ну, расскажи, как, коротко, быстро, как тебе ощущения? Ты сегодня поспала, да? Да. Как? Расскажи, как? Понравилось тебе? Да. Куда говорить? Ну, короче, все нравится? Да, все. Как ты мне сказала, как ты поспала? Ты сказала, ты сладко поспала. А, да. Я сладко спала. Ну все тогда. А мы с папой не спали. Прощайте, не смогли. Тогда. Когда приедем, покажем. Когда приедем, вам все покажем. Обязательно. До свидания. Все, пока.